Сегодня должен приехать мой муж домой спустя почти 2 месяца отсутствия. Я тут кошеварю, убираю, стираю, все, короче, делаю идеально, чтобы было, но суть не об этом. Я вспомнила историю о том, как он подарил мне неожиданно бесполезный подарок, можно так сказать. Когда я была беременна, мы жили у родителей, звонит мне муж, такой говорит: «Я такой тебе охрененный подарок купил, он нам в семье будет настолько полезен, ребенку, нам вообще это самая очень нужная вещь». Мы такие: «Бля, надо подумать, что это может быть такое», сидели с свекровью, думали, что это может быть. Приезжает мой муж вечером домой, открывает багажник и достает, блять, оттуда телескоп. Но как бы он 3 года валяется, мы ни разу его не открыли. Нормально так, девица. Я бы себе бы хотел бы телескоп, если честно. Знаете что? Будьте аккуратными с выбором подарков для своих женщин, чтобы не попасть вот ко мне на канал. Потому что очень часто женщины снимают видео и рассказывают, как их мужья, любовники, сожители такие лузеры, дарят такое говно просто ненужное. Вот знаете, лучше бы он мне подарил там серьги, кольцо, айфон, там еще что-то, ну только вот не вот это вот все. А подарок на самом деле нормальный, и будь она адекватной, нормальная женщина, она бы не снимала бы видео, не позорила бы своего мужчину, не рассказывала, какой он плохой, да, и что он не умеет делать подарки, и лузер. А взяла бы его, распаковала, достала, поставила и сказала бы: «Дорогой, давай я сделаю сейчас нам чай, и мы с тобой понаблюдаем за звездами». Согласитесь, это было бы намного лучше и приятнее, нежели чем брать камеру и рассказывать, какой мой муж лох.